иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. Ну что, привет! Раз! И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Ну что, нефтяник, привет! Ну что, немножечко распоемся, попоем все вместе, да? Как дела? Пошумите немножечко! Ну что, поем. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. Все вместе готовы! И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева. Еще, 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 еще. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. А теперь ручки в воздух все! Rock your body right.
so everybody, everywhere. Don't be afraid, don't have no fear. I wanna tell you what, make you understand. As long as I'll be, music will be coming back again. Добрый день, уважаемые дамы и господа, всем здравствуйте! Ой, красивые, счастливые, даже кто-то уже загоревшие. Если честно говоря, мне плохо видно, но я чувствую, от вас идет тепло. Я предлагаю аплодисментами передать тепло тем, ради кого мы сегодня собрались. Группа «Космос». Растилась.
Как же это здорово спустя 3 года оказаться здесь. Спасибо, ребята. Слушай, добрый вечер, дорогие друзья. На самом деле, порядка 3 лет уже не был на сцене, и, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех своих друзей, кто сегодня пришел, мои родственники. И в большей степени, конечно, привет хочу передавать своему маленькому сыночку Марк. Привет. Друзья, давайте отдельные аплодисменты подарим, наверное, много кто не понял, нашим участникам, так сказать, первый, вот самый коренной состав космоса. Давайте отдельными аплодисментами. Александр Гринченко, Дмитрий Алистратов специально для вас и Виталий Левков, неподражаемый. Не, на самом деле очень круто оказаться здесь, еще раз повторюсь, спустя 3 года на такой большой сцене перед таким замечательным залом. Друзья, спасибо огромное всем, что пришли. И спасибо большое хочется, конечно же, сказать ребятам, которые пригласили нас с Дмитрием, с Виталием сегодня поучаствовать вместе с ними. И знаете, мы спели вот сейчас одну песню. Я ответственность беру, ребят, чисто на себя. Не пугайтесь. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами вспомнили, точнее, мы с Димой вспомнили еще одну песню. Я уверен, что вы ее знаете. И думаю, что нас поддержит зал. Все помнят песню «Про коня» такая есть. Это авантюра Александра. Я не знаю, получится, не получится, но у вас. У нас с Димой точно получится. Блин, вы помните? А вы постарайтесь. Ну ладно. Давайте, друзья, поддержите нас, пожалуйста, аплодисментами. Как бы... Так, ну, без меня. Я же начинаю. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Посмотрю, да посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. И будет добрым год хлебороб, да, хлебороб. Было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, как я в Россию. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю. Спасибо. Сразу подарки забрать, а?
Ну, молодцы! Сразу фраза возникает, да? Точнее, в голову приходит. Старый конь борозды не портит. Вроде бы занимается уже кто-то шоу-бизнесом, кто-то ушел в медицину. Ну, то есть у ребят свои дела, а? Зато потрясающе спели. Если понравилось, поаплодируйте. Конечно, понравилось. Она главная мама для всех, но, если честно, мне кажется, каждый руководитель, ну, это определенная мама вот для всех. Друзья мои, она уже появилась на сцене. Профессор, заведующий кафедрой музыкальной институты Тюменского государственного института культуры, продюсер, певица Ирина Бархатова. Добрый вечер, дорогие друзья. День рождения — это небольшой повод подвести итоги, маленькую черту. И я так оглянулась назад, посчитала, это 8-й коллектив, который я делаю за свою длинную педагогическую жизнь. Конечно, это один из самых любимых, это уникальный, единственный, потому что он мужской, во-вторых, потому что он родной, там все мои сыночки, которые очень давно со мной, до создания «Космоса». И когда я подумала, что я могу подарить ребятам, что я могу для них спеть, я поняла, что такой песни нет, и мне пришлось ее написать. Поэтому сегодня будет премьера песни. И посвящается она не только космосу, посвящается она всем моим замечательным выпускникам, которые уже позволяют мне, оглянувшись назад, понимать, что все было не зря. Педагогический романс. У судьбы свои законы, время просто сжет клеймо. И однажды глупый птенчик твердо встанет на крыло. Вдаль его поманит мама-птица, криком журавлиным ободрит. Ничего плохого не случится, целый мир для птенчика открыт. Будет ясный день, и будет солнце отражаться в зеркале окна, как растерзанное донце опустевшего гнезда. Каждый, кто учил и учит, ясно понял жизни суть. Птиц своих крылом могучим отправляет в дальний путь. Кто-то станет важной, гордой павой, кто-то будет соколом парить, кто-то все отдаст за горстку славы, но забудет поблагодарить. Кто-то будет рядом, верный, чистый, и подаст потом стакан воды и раздует ярче искры, что зажгла когда-то ты. Лети и будь счастливым, помни лишь закон простой, чтоб цветы цвели красиво, кто-то должен стать землей.
шелка и маски бросим под ноги. И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому. Давай начнем движение первыми. Сегодня я сыграю белыми, а ты иди вперед своею дорогой. Спасайся в сумерках темных комнат. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет, притяжения больше нет. Назад от праздников ко вторникам, назад от финиша к исходникам. И пусть в моих поступках не было логики, шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет. 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет, притяжения больше назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет, притяжения больше нет, притяжения больше нет. Притяжения больше нет, притяжения больше нет. С юбилеем группы «Космос» пришли поздравить команда «Максимум», а мы их встречайте аплодисментами! Yeah.
Дети студии «Максимум», ваши аплодисменты! Очень приятно, спасибо за поздравления. Спасибо, ребятки. Ну что, детишки разогрели, а мы, так сказать, пожарим. Окей, everybody, put your hands up. One, two, three. This is the ice cold Michelle Pfeiffer and white gold. This one for the hood girls, they hood girls, they masterpiece. Silent, wildin', living it up in the city. But Jack's on the scene wrong, gotta kiss myself, it's all pretty. Too hot, hot temps. Got a police and no fireman. Too hot, hot temps. Like a jack, I'm on a retirement. Too hot, hot temps. Say my name and know who I am. I'm too hot, hot temps. If I break by that, when I break it down. Girl, say you hallelujah. Girl, say you hallelujah. Girl, say you hallelujah. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. 79, but ain't in this spot. Don't believe it, just watch. Woo! Don't believe it, just watch. Woo! Don't believe it, just watch. 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 Yeah, yeah, yeah. Oh, stop. Wait a minute. For my girl, who's a nigga in it? Take a sip, sign a check. Hoodie-o, get the stretch. Like so Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. And we show up and go show up. Smoke again, I feel it, just keep it. Too hot, hot damn. Got a police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Take a drag, I'm on the retirement. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. Take a break by that might break it down. Girl, say you hallelujah. Girl, say you hallelujah. Girl, say you hallelujah. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. Cause I'm dumb fun, don't give it to you. 79, but ain't in the spot. Don't believe me, just watch, come on. Whoa! Don't believe me, just watch, yeah. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch, yeah. Уверенно, ярко и сильно! Boys Band Cosmos! Ребята, вы крутые! Вот именно так должны, наверное, поступать настоящие мужчины. Но сейчас я не хочу говорить о мужчинах, я хочу говорить о прекрасном. Девочки, красавицы моим, поаплодируйте те, кто меня слышит и видит, чтобы я понимал, сколько вас. Я просто вас не вижу. Мужчины, поаплодируйте.
Хорошо. Мальчики, поаплодируйте. Понял, все хорошо. Дорогие девочки, вы знаете, во-первых, огромное спасибо вам за то, что вы есть. Слава богу, меня мои родители воспитали так, что женщин нужно уважать, и в моей жизни попадаются именно такие мужчины. Мой младший брат, мой отец, мой дед — это такое, знаете, воспитание. И всегда благодарен маме, сестре, коллегам своим, которые сегодня в зале присутствуют и видят меня, хотя я их не вижу. Я благодарен каждой девушке на этой земле. Есть потрясающая фраза, которую я перелопатил очень много в интернете фраз. Я взял одну простую, но она очень классная. Женщины всего мира, они все прекрасны. Если со мной согласны, поаплодируйте. Это мужчины, знаете, ну как вот мужчина собирается на мероприятие. Ну, ботиночки почистил губкой для обуви, которую зимой все чистил, и все, и готов. Девочки же заморачиваются вообще. Девочки — это вообще отдельная история, это звезда экрана. И каждый, кто присутствует здесь, хотите некойти, хотите нет, но я уверен, что каждый из вас хоть раз мечтала почувствовать себя звездой. Ну, например, неважно, где это будет, здесь на сцене в Нефтяник, или, может быть, Олимпийский в Москве, там многотысячная публика. Ну или, если такое было, девчонки, поаплодируйте, что такое было. Вы перед зеркалом пели с расческой. Звезды. Звезды. Мужчины, они скромнее. Мужчины поют в ванной, когда закрыто, чтоб никто не видел, да? А девчонки, они могут отжигать. Девчонки вообще это вот что-то. Это награда за все наши старания, которые есть. И знаете, мужчин мы сегодня посмотрели. Есть тоже потрясающая фраза: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И красота, она появится на сцене, тогда, когда уйду я. Друзья мои, аплодируйте. Этот квартет «Арабелла» выходит для вас. Обязательно, главное не утратить в глазах огонь.
если немного одиноко, если немного одиноко, тебе пусть приведет тебя дорога, пусть приведет тебя дорога ко мне. Красавицы, умнички, Арабелла! Громче, громче, громче! В 89 году меня мама повела на концерт группы «Кармен». Это что-то, это легенда. Я обожаю до сих пор, как Лемах двигается. Он, ну, ничего не поменялось за 30 лет, конечно, он так же, как и я, двигается. Вот. Но это потрясающая группа. И вот в один момент я подумал, а что если бы тогда, 30 лет назад, меня мама повела бы не на концерт группы «Кармен», а на концерт группы «Космос». А вот как бы это было 30 лет назад, внимание на экран. Это сам.
Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риска. Это Сан-Франциско, made in USA. Сан-Франциско. Небо, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время. Маленькую тайну никого не зная, ничего не скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Тополиный пух, 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 тополиный пух. Ну что, где же ваши ручки? Я думаю, сейчас у всех ручки должны быть. Где? Куда точнее? Наверх! Все, все, все! Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Ручки! Давай, 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 давай! Олимпийский, еще громче, пожалуйста! Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что, что я далеко от тебя. Молодцы! Покупайте наши CD-диски, наши винилы, плакаты, постеры. Пишите письма 627-400. Группа «Космос». Спасибо. Браво, «Космос», браво! Собрали все те хиты, которые мы знаем, которые мы поем. Ну, а я, в свою очередь, огромное спасибо хочу сказать нашим друзьям. Друзьям. Ну, или скажу, партнерам. «Тюменское время». Давайте поаплодируем. Обязательный общественный телеканал, вещающий на 21-й кнопке кабельных операторов в городе Тюмени. В эфире новостные, аналитические, познавательные и развлекательные программы. Канал осуществляет прямые трансляции спортивных и культурных мероприятий. Это аплодисменты от вас.
Но, друзья мои, для того, чтобы до каждого довести информацию, наши партнеры тоже хотят сказать спасибо «Радио Удача». Это любимые песни 80-х, 90-х годов и самые успешные хиты наших дней в исполнении популярных отечественных артистов. Это хорошее настроение в любое время года, атмосфера домашнего уюта и тепла, радость общения с близкими и уверенность в завтрашнем дне. В Тюмени на 89,6 FM. Хорошо, там, где есть «Радио Удача». Давайте поаплодируем. Вот вы видите, за мной уже собирается команда ребят. Я скажу так, что это собирается музыкальная группа. И создание музыкальной группы для многих – это вообще мечта. Она бывает даже несбыточная, потому что, ну, во-первых, нужно а. хорошо петь, б. играть на инструментах, чувство ритма, писать музыку, писать тексты. Не всех это дается, но слава богу, что есть команда, команда профессионалов. Это педагоги и выпускники студии «Максимум», которые в той или иной команде смогут найти себе подходящее место, сыграть или спеть. Ну, а как это получится? Внимание, поехали! Мы стали реже видеться, мы стали чаще ссориться, надеюсь, все наладится, когда ты успокоишься, а ты мне нравишься. Ты краснеешь, когда злишься. Еще позлись, пожалуйста. Ты тогда же симпатичней. Ты горишь, как огонь. У меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь. Ты горишь, как огонь. У меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь. Это мне в тебе нравится. Да, и ты мне очень нравишься. Хочу тебя поцеловать, когда ты не кусаешься. Ну кто тут прав? Знаешь, что никто, ну кто тут прав? Ты знаешь, что никто. Вы готовы? Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Это любовь или это паранойя? Ты горишь, как огонь, я. Все вместе! Ты горишь, как огонь. Громче, 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 громче! Браво, браво! Я хочу эту команду представить, и давайте каждому поаплодируем. Соло Кирилл Кириленко. Барабаны Илья Кратких. Бас-гитара Виктория Медведева. Клавиши Эмилия Барахова. Соло-гитара Рафаэль Киреев. И саксофон Андрей Плотников. Ну вот вы сами. О, ребята, не уходите, у вас юные поклонники. Вот вы сами заметили, да, ребята из группы «Космос», они, ну, талантливы во всем. Талантливый человек, талантливый во всем. И поют, и играют, и пишут песни. И, ну, правда, не только описание. Да, молодцы. На сцене музыкант, композитор и певец Илья Бархатов с авторской песней «Темнокарие». Давайте послушаем, как это звучит.
Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Хочется представить вам песню, которую написали буквально недавно. Я совместно с участницей группы «Арабелла» Елизаветой Клюшиной. Давайте подарим ей отдельные аплодисменты. Благодаря ей песня сейчас состоится. Я бы убил за эту красоту, где мне теперь искать именно ту? Ты не моя и вряд ли станешь когда-то, кому тогда надо с балкона встречать закаты? Темно-карие обжигали холодным пламенем. Мы играли по нашим правилам, оказалось неправильно. Я признаю, я дурак, я гордый, но никогда не поступил бы подло. Я потерял себя вместе с тобой. Далеко не уходи, постой. Я себе еще нужен буду. Темно-темно-карие сжигали холодным пламенем. Мы играли по нашим правилам, оказалось неправильно. Неправильно. Темно-темно-темно-карие обжигали холодным пламенем. По нашим правилам оказалось неправильно. 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 Илья Бархатов, как уже было сказано, композитор, музыкант и певец. Ну громче! Класс. На сцене целая команда «Матрицы». А исполнять они будут группу «Ленинград». Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой. www.leningrad.spb.ru www.leningrad.spb.ru. Штана.
Марийку послушать, Чистогрейку, Патель, туда-сюда, там сразу без заминки, Патель, Марийки, симфонии и плотики, я прима и звезда. На лабутен, ах, и восхитительный штанг, 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 штанг. Не железную дорогу, железную дорогу, не бутылку вискаря, бутылку вискаря, не компьютерную пробу, компьютерную пробу, в крайний день календаря, в крайний день календаря. Привези мне на аллее кое-что по современней. Антидепрессанты, подари мне Санта, подари мне Санта. Антидепрессанты, антидепрессанты, подари мне Санта, подари мне Санта, антидепрессанты. Ребята, молодцы! Вот прям очень круто. Я обожаю это многоголосие. И вот тема многоголосия я бы хотел сейчас коснуться. Точнее, я бы хотел сказать слова благодарности тому человеку, благодаря которому мы это многоголосие слышим. Это тот человек, который каждую песню проживает через себя. Я, правда, был на репетиции. Я видел, как ребята готовятся. И как этот человек
Ну вот вы знаете, вот как мама переживает за своего ребенка, так и она переживает за каждое исполнение, которое есть. И зовут ее Татьяна Головина. Давайте ей поаплодируем. Она, между прочим, руководитель коллектива «Джейзи». Но еще я хочу сказать про коллектив «Джейзи». Это приятная новость, очередная гордость, очередная гран-при. Я бы сказал, золотая медаль, почетное место, звание. Потому что именно сегодня команда вернулись из города Москва, где взяли гран-при конкурса «Город звезд». А? Как вам новость, да? Это очень круто. И сейчас, именно сейчас, они представят свою авторскую песню, которую написала Ксения Кушнер. На сцене коллектив «Джейзи». Она и в воде не тонет, и не горит в огне, любовь во мне. Любовь, 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 она и в воде не тонет, и не горит в огне, любовь во мне, живет, 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 живет. Мама, стереотипом метро, как в банке рыбы, еду навстречу своей судьбе. Любовь тебе, это во мне, в каждой душе и теле. Кто мы на самом деле, в мире этом бумажном? Буду сереть печали, из-за чего не спится. Я нарисую счастье, вот и моя страница. Вот и моя страница. Страница, любовь ходит по свету. Эту планету перевернуть. В каждом слышишь, каждая и в каждом мире бумажном свой прорисованный путь. Страница, любовь ходит по свету. Эту планету слышишь, каждая и в каждом мире бумажном свой прорисованный путь. Свой прорисованный путь. Особенный дар, в особенные руки. Обними меня, скажи толпе. Любовь тебе. Вместе мы можем много. Главное, если вместе переживем болезни. Со всем миром в ногу. Буду сереть печали, из-за чего не спится. Я нарисую счастье. Вот и моя страница. Вот и моя страница. Страница, любовь ходит по свету. Эту планету перевернуть. В каждом слышишь, каждая и в каждом мире бумажном свой прорисованный путь. Страница, любовь ходит по свету. Эту планету перевернуть. В каждом слышишь, каждая и в каждом мире бумажном свой прорисованный путь. Верь мне, верь мне, верь мне, верь мне, верь мне, только верь мне. Верь мне, верь мне, верь мне, верь мне, верь мне, только верь мне. Здесь нет ни куплета, здесь нет ни припева, здесь нет ничего. Это просто послание моим тем, кто дороже всего, знаете. Иногда невозможно словами начать, но музыка может помочь вам. Иногда невозможно словами закончить, но может помочь вам музыка. Просто послушайте, глубже вдохните и к сердцу прислушайтесь. Просто послушайте, просто прислушайтесь. Все сердца открыты, каждый ловит ритм. Все сердца открыты, каждый ловит ритм. Все сердца открыты, каждый ловит ритм. Все сердца открыты, каждый ловит ритм.
все сердца, каждый ловит ритм, все сердца, каждый ловит ритм, все сердца, каждый ловит ритм, все сердца открыты, каждый ловит, ловит, ловит. Друзья, давайте вместе с нами! Вчера что-то потерял, не помню что, поэтому не искал. Не помню даже, что нашло, помню, что нашел. Ритм. Вчера что-то упустил, да все про все хватило. Свинь, слот засыпал, кто зажигал, меня помню, посетил. Ритм. Все кивают головой, время полночь, да ты со мной, да. Познакомый завожусь, неужели дежавю? Че-че-че-че! Руки выше! Гуляет душа моя гордая, Господь, полночь на полную, ищу себе проблем на голову, чем-то пробитым. Душа ловит ручки, ритм, ручки, ручки. Гуляет душа свободная, Господь, полночь на полную, ищу себе проблем на голову, я так воспитан. Душа ловит, 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 ловит. Вчера что-то осознал, не помню что, но давно желал. Мой бизнес-план в бумагах взял, проблему заменил ритм. Вчера что-то упустил, на все про все хватило ли сил. Кто засыпал, кто зажигал, меня помню, посетил ритм. Все кивают головой, и время полночь, да ты со мной, да. По знакомой завожусь, неужели дежавю? Ну а теперь все вместе! Ручки, ручки, ручки! Гуляй, душа моя гордая, Господь, полночь на полную, ищу себе проблем на голову, чем-то пробитым, душа ловит ритм. Yeah. Гуляй, душа свободная, Господь, полночь на полную, ищу себе проблем на голову, я так воспитан, душа ловит, 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 ловит. Оу, все сердца открыты, каждый ловит ритм. Вот там, hey! И вот там, hey! Все сердца открыты, каждый ловит ритм. Вот там, hey! И вот там, hey! Жека, давай! А я же был и был, и буду, буду рифмалов, рифмафлоу, вот мой флоу, эй! Безусловно, понимаю все то, что хотел сполна. Все люди, что справа, hey! Все люди, что слева, hey! И как бы жизнь не помотала, мы же знаем, что делать, ведь даже тот, кто слишком воспитан, ловит ритм, ловит ритм. Даже тот, кто жизнью избитый, ловит ритм, ловит ритм. Даже тот, кто ленью пропитан, ловит ритм, ловит ритм. Каждый ловит ритм, каждый ловит ритм, каждый ловит ритм. Все сердца открыты, 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 каждый ловит, ловит, ловит. Друзья, экс-участник группы «Космос» Евгений Подкопаев. Аплодисменты всем! Днем рождения, «Космос»! И дети прекрасной студии «Максимум» под ваши аплодисменты! Спасибо! Ну, я думаю, собственно, наступил уже тот самый пиковый момент, да, когда уже можно звук поставить на всю. И разбудить соседей. Разбудить соседей, так сказать. Кто соседи тут? Ну, на реке кто живет в целом? За реку попробуем разбудить. Друзья, вот давайте сейчас все, абсолютно никто не стесняется, все поют, все танцуют, все делают просто вот угар, веселье и счастье. Готовы, есть Миша? Есть приз за тому, кто до потолка может допрыгнуть. Миша, включай.
Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, и простите меня. А потом о любви говори до утра, это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, и простите меня. А потом о любви говори до утра, это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем, знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер, так красиво поднимает искры воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, и накрывает тоска. Я заберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра, это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра, это юность моя, это юность моя. Давай, давай, давай. Музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, катим вперед, в центре уже отдыхает народ. Эй, прибавляй звук, начни шагно, снова на всю из колонок добро. Пара друзей, также подруг, не предам их, эй, сердце мечту. Две белые косички полетают наверх. Я тебя целую в губы, и ты в ответ. Просто подойди ко мне и закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине, со стеной битый бас гремит. Мы снова не спим, пока весь город спит. И я знаю одно, наше время летит. Ты просто обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай, и еще почаще снись. Давай еще подержать. Не скучай за блеском глаз, будет все, ну а пока. Ну что, попробуем все вместе! Раз. Звук поставим на всю, и соседи не спят, то под нами... Поем все! Еще! А потом о любви говори до утра, а юность моя... Это юность моя! Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра, это юность моя, это юность моя. Еще, звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра, ну что, может быть, попробуем, чтобы они еще сами спели? Попробуйте, раз. Поете только вы! Поставим на всю и соседи. Громче! А потом молю. Это юность моя, это юность моя. Спасибо! Ура! В каждом черновике учитель продолжается в своем ученике, в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Ты искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы, лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, когда меня не станет, буду петь голосами, буду петь голосами моих детей,
свое возьмем. Это небо мне со сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. Мы снова в крепости, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, меня не станет, я буду петь голосами, я буду петь голосами моих детей, моих и голосами их детей. Просто менять местами, менять местами. Местами, таков закон сам, цари, круговорот людей. Ой, мама. Друзья, спасибо большое! Самое главное, что мы хотели сказать вам, друзья. Счастье — это не что-то магическое, это не что-то волшебное. Счастье живет внутри каждого из нас. Нужно его только найти и достать наружу. Может все валиться из рук, может все идти ко дну. Знаю, мой друг, быть счастливым суждено. Ну и пусть везде кидает, пусть судно трещит по швам. Сколько б ни было печали, я улыбку не отдам. Вызывай, вызывай, вызывай счастье. Вызывай, вызывай, вызывай счастье. Оно подскажет, что делать дальше. Вызывай, вызывай, вызывай счастье. Оно подскажет, что делать дальше. Вызывай счастье. Вызывай счастье. Вызывай счастье. Вызывай счастье. Вызывай счастье. Вызывай счастье, вызывай счастье, вызывай счастье, вызывай счастье. И бывает задеваю, говорят не топаю, но меня не поменяют, буду петь о чем хочу. Кто не понимает, как я вечно на плаву. Нет, ребят, меня кидает так, что мама не горю. Вызывай счастье. Вызывай, вызывай, вызывай счастье. Оно подскажет, что делать дальше. Вызывай,
вызывай счастье. 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 Никто и никогда не должен задевать меня. Ничто и никогда не должно сбивать меня. Никто и никогда не сможет усомнить меня. Ничто и никогда не сможет забрать счастье. Спасибо! Лично у меня эта команда вызывает только положительные эмоции. Но я верю на 100%, что у вас это взаимно. Если это так, искупайте в овациях! Я хочу сказать каждому из присутствующих на сцене огромное спасибо и каждого представить. Друзья мои, артисты группы «Арабелла». Елизавета Клюшина. Ирина Бабенко. Дарья Шабалина, Маргарита Репчук. И все они вместе «Арабелла». Аплодисменты. А также огромное спасибо артистам группы «Космос». Иван Охременко. Кирилл Кириленко. Даниил Гилев. Илья Бархатов. Отдельно, огромное, выделяя их словом, подчеркиваю курсивом жирным шрифтом, музыкальный руководитель проекта Татьяна Головина. А также художественный руководитель и продюсер Ирина Бархатова. Еще и огромное спасибо хочу сказать, друзья мои, тем ребятам, благодаря которым все это состоялось. Звукооператор Бершавер Александр, машинист сцены Владимир Суворов, видео Кошкин Александр и Евгений Першин. Друзья, ну а я хотела представить еще людей, без которых концерт никак бы не состоялся. Это постановщики проекта, наши великолепные хореографы. Спасибо. Постановщики Лев Шушаричев, Лариса Потарочина, Александра Болецкая, Наталья Рыбакова. Спасибо, мои хорошие, мне-то за что. Отдельное спасибо людям, которые создают эту сказку. Главный, вечный и неподражаемый звукорежиссер проекта Михаил Рязанов. Миша, Шаня, спасибо! Шума, шума, шума! Сказочник и волшебник света Александр Федоров. Шума, еще, еще! И, конечно, весь вечер на этой прекрасной площадке Юрий Долгов, наш ведущий! Спасибо педагогам по вокалу, студии «Максимум», Наталья Стаильская. И всем вам, мои дорогие, близкие, родные, с пятилетием вас, этого замечательного коллектива. Спасибо, что пришли. Приходите почаще. Живую энергию ничем не заменить. Спасибо! Спасибо, друзья! Обними меня сильнее. Давайте все вместе, трехкратная. Молодцы! Три, четыре! Молодцы! Сами! Молодцы! Громче! Друзья, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Сегодня коллективу «Космос» исполнилось 5 лет. Это первый юбилей маленького, но очень перспективного проекта. О нем мы будем слушать каждый юбилей, а их мы будем видеть каждый праздник, который будет проходить в городе Тюмени. Огромное спасибо каждому из вас. Они очень благодарны. Они говорят спасибо, что вы разделили с ними этот праздник. Сами себе поаплодируйте. Вы звезды. Все сделано для вас.